Я остался, если честно, очень недоволен комментариями, где я рассказываю, как нужно обороняться от волка. Потому что многие пишут, мол, волк не ходит один, волк один не нападает. Волков, как правило, много. И, то есть, как ты будешь обороняться от стаи волков, там, допустим, сколько, да, я не знаю, сколько там бывают стаи, особей 10, может быть, больше, может, меньше. Ребята, честное слово, ну что вы, как малые дети, вы не знаете, как обороняться от стаи волков? Пожалуйста, я показываю вам первый и последний раз, как это делается. Иди на. Допустим, ситуация, нас окружили волки, да? Что нужно, как нужно делать? Мы же не можем одного волка пнуть, пока нас сзади укусит другой, правильно? Два волка. Что надо делать? Вспоминаем обычный танец гопака. Ребят, ну что в самом деле? Как это делается? Нас окружили волки. Начинаем танцевать и отбиваться соответственно. Хоба! Хоба! Опа! Вот так. Раз, два, одному, второму. Третьего, четвертого, пятого. Раз, два, три, четыре. Все, какие проблемы? Отпинали всех волков. Вы понимаете, как это работает? Вот так это работает. А то пишут мне там, как обороняться от стаи волков, ты не сможешь. Пожалуйста, вот вам способ. Ха.